Всем привет! Все больше и больше набирает популярность направление мотоциклов класса эндуро. А почему нет? Активный отдых на природе всегда считалось хорошей затеей. Можно съездить большой шумной компанией, можно съездить на рыбалку, куда не ступала нога человека, за грибами, за ягодами. В целом, некоторым людям он даже просто необходим, потому что в дачном секторе после дождя не везде можно проехать, не везде, к сожалению, есть асфальт. Из интересного также наличие большого сообщества в WhatsApp, в Instagram, в Telegram, проведение множества различных соревнований в этом классе. Регулмото. Так как мотоциклы собираются в нашей соседней дружественной стране, первый ее плюс – это, конечно же, доступная цена. Второе – это постоянное наличие этой техники. И третье, что немаловажно, это наличие запчастей на эту технику по доступным ценам. Так, касаемо наличия мотоциклов. Линейка сейчас выставлена не вся, связана с высоким спросом на эти мотоциклы. И просто физически не успевается собирать весь модельный ряд. Со всем ассортиментом мотоциклов вы можете ознакомиться у нас в прайсе, либо на официальном сайте Regulmoto. Цена на мотоциклы на сайте актуальна, такая же цена будет и в Якутске. Даже если такого мотоцикла сейчас нет в наличии, мотоцикл можно прийти, оплатить и заказать через нас. Ждем вас в гости, торгово-выставочный центр Yamaha, Чернышевского, 95/2.